перерыв. Мы находимся около секции GTAG, Google Technologies User Group. В этом году им отведено очень много места, вон целый главный зал и вот тут вот уголочек. Значит, вы видите, столы тут подают напитки прохладительные. Здесь мы видим комнатку, там 403 Forbidden. Всем вам должен быть знаком этот код ошибки. Ну, значит, что хотелось показать, это вот такая вот установка Explore Your World. Значит, сейчас мы увидим, что там внутри. Значит, это Google Earth на 1, 2, 3, 4, 5, 6, на 7 экранах. Собственно, 3D-изображение можно вертеть, крутить, смотреть, как пожелается. Вот. Наткнемся на гаджет покруче.